так NOS-платформа, что это такое? Я не хочу вас грузить всякими там блокчейн, смарт-контракт, NOS, я все выписал, и все это мне понятно. И вопрос один, что это такое? Что это такое? А мне ребята говорят, это токенизация реального сектора. Я ничего тоже не понимаю, что такое токенизация реального сектора. А как, говорит, а вот платформа, любой заходит на платформу, заполняет и выходит на IPO. Я думаю, ну нифига себе, и что это на самом деле такая вещь? А как оно на самом деле? Да вот мы уже все упаковали, запаковали, и все идет. Ну и когда? 30 ноября у нас при ICO. Ну думаю, ну здорово. Сегодня у нас 1 декабря. Заходишь на сайт, я уже говорю организаторам, давайте поменяем презентацию. Там же все на сайте, все есть. Это блокчейн, все как положено. Смотрю, 1 200 000 уже за 24 часа. Заходишь на сайт и смотришь. И идет, и это продолжается. Это абсолютно реальная вещь, которая мне совершенно... Ну а в чем же все-таки смысл этого всего у нас? Реальный сектор, платформа, заполняешь, делаешь токенизацию проекта и выходишь на ICO и собираешь деньги под свой проект. То есть, а как же это будет? А очень просто, смарт-контракт, там все прописано, он умный контракт, там каждый пункт есть. Вот здесь, смотрите, я говорю, а эксперта привлекаем, консалтинговые компании, в контракте прописано. Я говорю, а кто будет контролировать? А вот если внешний контроль в контракте, это прописано, смотри, контракт. Я думаю, ну ладно, нормально, ну я бы все это поверил, если бы не зайти на сайт и не посмотреть. Реально, 1 238 000, и оно растет. Это какое-то чудо, ну мир сошел с ума. А я понял одно, русские опять что-то придумали, вот это факт, то есть санкции вы... Оказывается, распределенные вот эти вещи какие-то, все скидываются, все безликое. Вот то, что происходит. Ну а для чего деньги? Для чего деньги? А деньги, говорит, мы должны сейчас еще 2 фонда создать. Какой фонд? 1 фонд недвижимости в США. Говорит, тоже на этом блокчейне, все. А 2-й фонд криптовалют. Свой фонд криптовалют. Сегодня мы были в Центральном банке Российской Федерации, это реально. Я говорю, ребят, как работать? Говорит, мы не при делах. Решайте с местными чиновниками региональными, и там у нас есть свое отделение. Вот к ним туда и все. Хорошо, а как мы? Говорит, а мы здесь, это не наш вопрос. Ну, то есть, а почему я этим начал заниматься? Говорит, ребят, нельзя такие проекты вне государства реализовывать. Нельзя. Это слишком как бы серьезная игра, и я думаю, что-то будет происходить. Ну вот, спасибо за внимание, то, что я хотел донести своими словами. Спасибо. Так, а теперь у вас еще 12 секунд, а осталось понять, о чем был предыдущие 3 минуты. О чем, то есть, что продаем вот этим милым людям? Оказывается, есть платформы, куда может каждый прийти. Подожди, услышь меня. Да. Простой вопрос. Вот есть джентльмены, которые хотят, вот сидят там на чемоданах. Во что они должны вложить, что это будет... Как они монетизируют, соответственно, эти деньги и как они их получат обратно? Что ты продаешь-то? Я предлагаю, если у вас есть... Не предлагаешь, а что ты продаешь? Это услугу. Какую? Услугу, где каждый может сам заполнить себе... Что? Информацию. Так, заполнил. Да, наполнить информацию. Это анкета. Она тебе поможет. Если ты не понимаешь, там есть ссылочки, там много там. Не вижу препятствий. Давай по частям будем слона есть. Итак, заполнит информацию. Дальше что будет дальше? После этого ты выходишь, после заполнения проходишь специальную, скажем, аналитику. Да. Аналитику мирового стандарта. Сейчас прошли, значит, заполнили информацию. Аналитику на что? На яйца глист? Нет. На энтеробиоз? На честность. В том и вы. Окей, да, хорошо, на честность. Да, понимаете, в чем сила блокчейна? Знаете в чем? В правде. В правде, да, вот в чем. И тебя проверяют на правду. Хорошо, последние 2 вопроса Ваня просил быть кратким. Сколько денег и на что? Ой, значит, я скажу так. 2 миллиона. 2 миллиона. Из 2 20 получается. Я смотрю. Отлично. И это год. Я понял. И Ламборджини Галарда наш. Хорошо, если есть вопросы, я готов их задать.
Нет, вопросов нет. Всем спасибо. 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 Сайт, к черту подробности, город какой. Ну, слушай, ну, да, все написано.